Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Клуб, вот это. Это душа магнитки, я считаю. Это символ магнитки. А, я еще помню, как его строили пленные немцы. Здесь прошло все наше детство, вся наша юность. Можно сказать, что благодаря клубу мы стали людьми. Здесь были различные кружки, здесь была театральная студия, здесь был кукольный театр, здесь проходили все мероприятия. И один год здесь был пионерский лагерь. Принесла фотографии, где дети, ребенку моему старшему сейчас на данный момент 27 лет, он еще здесь танцевал, на елке, на каких-то мероприятиях, все проходили здесь в клубе. Поселок за 20 лет... Грубо за 20 лет разрушили полностью. Нет, у нас нет ничего. Мне очень стыдно и больно. Я выросла на этом поселке. Я знаю, какой он был. Как все у нас здесь было, все хорошо и красиво. Обращение получилось большим. Люди хотели высказаться, они готовились. Кто-то пришел с фотографиями, с воспоминаниями. Люди, кроме того, что записали обращение, еще общались очень много, обсуждали текущих дел. Конечно, скепсиса довольно много, потому что к президенту, ну, у нас есть опыт обращения к президенту, и он пока результатов не принес. Но, тем не менее, мы ролик за выходные смонтировали, он достаточно большой получился, мы не стали ничего вырезать. И вчера мы отправили президенту этот ролик. Не знаю, не могу сказать, что мы сильно чего-то ждем, конечно, но думаю, что... Это будет один из рычагов давления на власть местную и областную.